Дорогие друзья, всем привет! Я рада приветствовать вас у меня на кухне. Сегодня у нас удивительно простое блюдо. Лаваш. Что из лаваша готовят? Тысячи блюд. Сегодня у меня он такой красивый, зелененький. Ну, можно взять и белый лаваш. Просто у меня дома он такой был. Сегодня, я думаю, я вас немножко удивлю. Так, начнем. Включаем плиту. Наливаем молочко. Немножко молочка оставляем и к нему добавим чайную ложку кукурузного крахмала. У меня такой хороший крахмал. Добавим чайную ложечку. Хорошо размешаем. Добавляем пакетик ванильного сахара. Все, крахмал у нас растворился. Прекрасно. Так. Пока у нас закипает, я вам расскажу. Яблочки. Я почистила яблоки. Немножко добавила водички и проварила их. Ну, пару минут. И добавила 30 грамм сахара. Я немножко их проварила. Теперь ждем, когда закипит наша масса. Видите, уже закипает. Вводим крахмал. И размешиваем. Посмотрите, наша масса начинает закипать. Проварим 1-2 минуты и добавим к ней наши яблочки. Я думаю, такой рулет вы точно не делали. Масса начинает густеть. Добавляем к нашей массе яблочки. Размешиваем и немножко эту массу увариваем. Добавляем совсем немножко хорошего сливочного масла, грамм 30. И даем нашей массе покипеть. Ну, так как мы с вами знаем, что время – деньги, поэтому я подготовила уже. Тут у нас варится. Успевайте наблюдать и так, и тут, и там. И вот у меня уже остывшая моя масса. Смотрите, какая она густая и очень красивая. Берем фольгу. Пока смотрите на наши яблочки, они у нас варятся. Берем фольгу. Лаваш. Как я уже сказала, можно взять любой лаваш по вашему усмотрению. Так. Наносим наши яблочки по всей поверхности. Здесь у меня 500 грамм яблок, уже почищенных и нарезанных кубиками. И распределяем.
Мы смотрим на наши яблочки одним глазом, а одним мажем. Смотрите, масса какая густеет. Немножко убавим огонь. И сворачиваем рулет. Все, заворачиваем в эту фольгу и ставим в холодильник на пару часиков, чтобы лаваш. Тут, посмотрите, у нас яблочки готовы. Мы их выключаем. И также будем охлаждать. Так, этот наш ставим в холодильник. Прошло у нас 3 часа, наверное, он у меня стоял. И посмотрите на эту красоту. Как вам лучше показать? Я думаю, в таком виде лаваш вы еще ни разу не использовали. Посмотрите, как это красиво. Я же должна попробовать это. Ароматные яблочки. Нежная масса. Это очень вкусно. Не забывайте подписываться на мой канал. Я всех жду. Я для вас готовлю такие замечательные рецепты. Приятного аппетита!